32-летняя Катя Иванчикова разоткровенничалась об отношениях с матерью. Солистка группы Айва рассказала о ее жертве ради нее. Артистка удостоилась премии «Форма добра» в номинации «Лицо года». Ее музыкальный коллектив Айва является попечителем благотворительного фонда «Добродела Петербурга» и помогает бездомным животным в борьбе с экологическими проблемами и поддерживает благотворительные инициативы. Мама Кати прилетела из Белоруссии, чтобы разделить успех вместе с дочерью. У женщин теплые и доверительные отношения. Артистка поблагодарила родительницу за поддержку и назвала себя счастливым человеком. В жизни Кати были тяжелые времена, но она всегда чувствовала поддержку. Однажды матери Иванчиковой пришлось пойти на жертвы ради дочери и расстаться с ценной вещью. 10 лет назад ты приехала ко мне в Питер, увидела, как нам тяжело. Помнишь, как ты сдала обручальное кольцо в ломбард, чтобы у нас была еда, а я успела его выкупить в последний день? Рассказала певица. Иванчикова подчеркнула, что мать гордилась ею. Артистка также отметила, что Петербург принял ее. Дал друзей, любовь и признание. Как это круто, повезло вам. Какая мама красивая и молодая. Мама как голливудская звезда, актриса сериала. Секс в большом городе, великолепие во всем. Когда-то и ваша дочь также нежно будет писать о вас. Высказались подписчики. Поп-звезда недавно приняла участие в необычной фотосессии. Катя позировала обнаженной в глине и целлофане. Модели Оксане Воеводиной пришлось продать дешево обручальное кольцо. Она оказалась в тяжелом материальном положении после разрыва с бывшим королем Малайзии Мухаммадом Ви. Актер Максим Виторган потерял свой символ верности. Украшение бесследно исчезло в день свадьбы его бывшей жены Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.